Смотри лаки-блоки в Майнкрафт. Ссылка в описании ролика. Так. Опа, смотри, уже светло. Да, уже день. Довольно долго мы шли. Мы устали, нужно сделать привал. Да, я что-то тоже подустал, надо бы подкрепиться. А, смотри, какая махина, да? Вот. Да, сейчас мы намокнем, нам будет еще тяжелее. Давай, быстрее выключи. Быстрее успеть. Опа. Смотри, 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 аккуратно иди. Аккуратно, аккуратно. Опа, все, успели. Да, хоть здесь дождя нет. Вообще здесь. А как я устал идти, Джейк. Итак, устроим здесь небольшой привал. Что так, здесь? Посмотрим, что у меня по провизии. Итак. Слушай, Джейк. Что? Что? Посмотри, что в этих сундучках. О, хорошо. Вот так, здесь у нас вагонетки. О, вагонетки. Они здесь нам понадобятся. И здесь тоже вагонетки здесь. Можно, есть на чем уехать. Слушай, что? Мы тогда пойдем вот туда, наверное, да? Все-таки туда? Ну ладно. Я не знаю, что там. Но этот путь меня почему-то наставляет туда именно идти. Что ж, значит, поедем туда? Поехали. Вот. Слушай, кинь вагонетку, которую ты... Надо подкрепиться. Ты будешь есть? Нет, я сытый. И вообще меня что-то поташнивает. Не хочу есть. Что ж, ну да, после тех уродов, которых мы видели. Первый раз таких тварей видел за всю свою жизнь. Лови. Спасибо. Ну что? Что? Туда поехали. Не будем переждать дождь. Дождь. Слушай. Или поедем. Ну давай переждем. Ладно. Давай тогда вот здесь оставимся, посидим немножко. Смотримся. И после дождя отправимся в путь. Эй, Дюк. Да, Джейк. Ты как? Нормально? Получше? Ну, маленько отошел, конечно, но что-то все равно не так хорошо. Ну а так могу держаться. Нужно двигаться, пока светло и дождь стих. Я смотрелся снизу, хорошо, чисто, тихо. Никого нет. Ну что, туда в путь? Выпить. Дождь-то прекратился? Да, дождь закончился. Так, надо ехать тогда. Опа, давай, догоняй, Джейк. О. Ух ты. О. Вот это мост, смотри. Я не видел этот мост. Клево. Он просто огромен. Какая красотища. Вот это да. Мы перемещаемся в другую часть города. Походу, да. Неизвестно, что там. Жалко, что мы здесь на задании. Они просто так приехали погостить. Да. Знаешь, что все изменилось. Что уже не так. Как должно было быть. Надеюсь, все будет хорошо. Новые доктора придумают вакцины. Дай и бог. И распылят ее. Смотри, какие пляжи классные. А, жили же люди, а. Ну ладно, нам пора сделать привал. Да. Джейк, смотри, уже стемнело. Ага. Долго мы ехали. Да. Нужно спускаться. Ух ты, аккуратно, смотри, поднимается. Так, нужно принимать бой. Гаси его. Опа. Ну давай, что? Давай. Забоялся, да, давай. Че ты? На. Смотри, забоялся. Слабак. Один, мы их внизу уже явно будет не один. Так, аккуратно. Слушай, нам можно пробежать тогда вот в это здание. Да? Смотри, нам вообще что надо сделать. Я хочу подняться вот на это здание, видишь, да? Да. И осмотреться вообще. Может быть, там есть люди. Да, может, выжившие, а? Потому что все-таки это на высоте, а там безопасней. Проверим. Пошли. Так, слушай, сейчас давай беги просто, то что их здесь много. Да, бой принимать там. Смотри, так, аккуратно. Опа! Опа! Бежим, Джейк. А. Так, без лишних эмоций. Опа! Он меня не видел. Вален? На. Красава. Так, я не оборачиваюсь. Опа. Я прибежал. Давай. Здесь более-менее безопасно.
А вот и подъем. Ну что, давай поднимемся. Прикрывай, давай, начинай. Слушай, ты слышишь, как просто ломает дверь? Может, это люди? Может, мы успеем спасти выжить? Опа, смотри, их слишком много. А нам сейчас принес бой. Так, у нас выхода нет, у нас нет ни наверху. Пока сломают или? Опа. Давай. Аккуратно. Опа. Так, а нас убили. Знаете, повадок, но я понимаю, что они очень глупые. Больше никого нет. Так, я сзади обойду. Опа. Давай. Ой, давай, давай. Нашествие прям. Да, что если бы столкнулись с той толпой внизу тогда? Хорошо, что бой не приняли. Мы сейчас держимся, потому что они заходят не всей толпой, а по определенной группе людей. Опа, опа. Они так похожи на них, что порой так хочется. Опа, по мне нанесли удар. А, черт, это может быть зараза. Я сзади его завалю. Спасибо, ты спас мне жизнь. Нормально, так. Никак, не сильно зацепило? Ну так, нанес удар по лицу он мне. Слушай, как тяжело оправиться от этого удара. Ниже особые мышцы, особые силы. Надо будет как-то остановить кровотечение, нормально. Смотри, какой-то район. Пожилой. Да. Может, попробуем спуститься туда? Видишь, он на какой-то возвышенности. Да, смотри, забор стоит. Большущий забор из камня. Да. Так, нужно еще оглядеться. Какое-то здание. Нас не накинутся. Так, ладно, короче, мы определились. Нам нужно идти туда, потому что там во всех домиках горит свет. Может быть, там кто-то спрятался. Да уж. Давай спустимся. Ну вот мы и спустились. Да, надо быть аккуратней. Так, главное аккуратно. Они могут быть повсюду. Странно, уже никого нет. Как будто они играют с нами. Но у них мозгов на это не хватит. Да, они вроде тупые с виду, откуда ничего знают. Смотри, зеленые твари. А, что это? Фу. Постоянно удивляюсь, увидя новую тварь. Да. Или как еще называть? Блюдки. Не знаю. Даже фантазии смотри, не работает. Что это за зелень? А, черт. Слушай, что будем делать? Бить его, убегать? Слушай, да, убегаем. Аккуратно. Блин, уходим, уходим. О, смотри. Давай, лестница. На лестницу. Прыгай, прыгай. Ой, черт, этого не хватало. Давай, Джейк, успевай. Шиш. Все, лезь. Офигеть. Так, аккуратно, еще одна такая же тварь. Она зажимает на. Очень. Давай. Опа. Еще. Так, фу. Классно, я отвлек, ты добил. Такой шон. Вспоминаем прежние навыки, да. Так, слушай. Давай здесь аккуратно. Опа. Стараться не привлекать внимания. Ну, конечно же, у нас смотри, это получилось. Оранжевый домик. Может быть, нам туда? Давай попробуем. Смотри, пучная тварь. Сейчас главное аккуратно. Опа. Опа, убили. Оглядывался. Еще один. Уходим в дом, Вик, в домик, давай. Черт, они держат дорогу. Смотри, один с мечом. Один здесь с мечом. Не такие они и глупые. Так, надо главное убегать. Главное давай, убегать. Давай, 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 заходи. Черт, один зашел. Один зашел. Итак. Аккуратно. Но я перестал так сильно бояться, потому что они мне кажутся какими-то глупыми. Аккуратнее, не наступи. Кажется, этот механизм задействует. Нет. Сейчас главное не впустить их. Да, слушай, они здесь в безопасности, домик-то кирпичный. Да, прочная конструкция. Но меня продолжает беспокоить твоя рана, как самочувствие. Я бы не сказал, что прекрасная. Так, надо поискать тут что-нибудь. Поищи здесь, да, может быть, что-нибудь есть. Может. Я не особо, конечно, в медикаментах, не знаю. Нам, наверное, надо здесь остаться на ночь. Ну, а куда нам еще денемся? Это да. Я очень устал после той раны и вообще как-то себя плохо чувствую. Да. Черт, я даже не знаю. Сейчас, секунду, я ищу. Столько всего в этом сундуке, столько вещей. Черт. А вот, есть.
Да? Смотри, смотри. Что это? Я не знаю, но попробуй. Я не думаю, что это как-то негативно повлияет. Ну-ка. Ну как? Чувствуется что-нибудь? Ну, не знаю, должно пройти какое-то время. Слушай, ну ладно, нам надо теперь отдыхать, набираться сил, да, и выступать на рассвете.